Год добровольца перевалил за экватор, и у омских волонтеров назрела необходимость поделиться некоторыми итогами с журналистами. Они встретились на пресс-завтраке в ресторане «Бейс». Присоединился к беседе и министр по делам молодежи Омской области Дмитрий Крикорианс. Он подчеркнул, что в нашем регионе в добровольческую деятельность вовлечено уже 11,5% молодежи. И это, конечно, не предел, но это достаточно серьезная цифра на фоне наших и соседей, в целом как бы по России. Достижениями Омского отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы» поделился Дмитрий Трухин. Наши ребята разработали серию уникальных исторических квестов, сценарием которых теперь пользуется большинство региональных отделений по всей стране. За 2017 год данные квесты в количестве 5 игр собрали более 1000 человек. В этом году мы планируем проводить эту серию квестов еще больше, еще масштабнее, а также включить туда наш квест по добровольцам, приуроченный году добровольца. Координатор регионального отделения Союза добровольцев России Сюзанна Егиян рассказала о социальном волонтерстве, о том, какую помощь организация оказывает детям, инвалидам и пожилым людям. А также анонсировала третий Сибирский социальный добровольческий форум, который состоится в Омске в ноябре этого года. Он пройдет в 2 дня, будет как раз посвящен 3 направлениям. Это работа с детьми различных категорий, это работа со старшим поколением, это работа в части патриотического воспитания молодежи. И отдельно 2 больших блока будут. Это блок по развитию поискового движения и непосредственно по добровольцам в ЧС. И 5-й блок – это такая будет небольшая конференция, посвященная как раз взаимодействию добровольчества и средств массовой информации. Своими достижениями также поделились представители событийного, экологического, медицинского и корпоративного добровольчества. Пользуясь случаем, участники пресс-завтрака пригласили всех еще на 2 знаковых события – молодежный форум «Ритм», который состоится в июле, и всероссийский конкурс «Добровольцы России», намеченный на сентябрь этого года. Свободный формат встречи позволил журналистам задать все интересующие вопросы и внести предложения по взаимному сотрудничеству в освещении деятельности омских волонтеров.